я никогда ничем не наслаждалась. Я всегда ждала, что же произойдет дальше. Думаю, мы все делаем так. Проживаем жизнь, никогда не останавливаясь, чтобы насладиться моментом. Слишком заняты, пытаясь успеть справиться со всем. Поэтому нам следует начать делать то, что мы действительно должны. Иногда случаются такие моменты просветления, когда я останавливаюсь и задумываюсь на секунду. Погоди, вот же оно. Это моя жизнь, лучше притормозить и насладиться ей. Потому что в один прекрасный день мы все умрем. И все. Тебе не будет больно, ты сразу не...